Всем привет! Я сегодня побывал на производстве ХВЗ. И в этом видео вы увидите цех, в котором до сих пор делают велосипеды ХВЗ. Поехали! Так, Коля, под баянчик чуть-чуть. Ну давай, ну Коля, ты можешь! Вы писали в комментариях о легендарном заводе ХВЗ. Я нашел, где осталось производство ХВЗ. Нахожусь у проходной велозавода ХВЗ. Смотрю, кузня там какая-то есть. Вот это раньше были административные здания. А здесь, похоже, какой-то цех разобрали вообще до основания. А здесь, смотрю, переделали на квартиры и строят еще один дом жилой. Все это за строительным забором. Написано «Атлант». Ох, какая тут грязюка! Переход был тут. Вот он, вход. Написано «Посторонним запрещено». Нашел ХВЗ. Вот он цех, видите? А вот обода. Это алюминиевая обода однослойная. А это один из работников на ХВЗ ездит собственного производства. Руки. 28 делами внутренний рынок, вон они стоят. А это Шимано на Германию, да? Это на Германию, да. А на внутренний делают на двухстенном обуви. Это планетарная втулка на 3 скорости, правильно? Я не знаю, как она называется. Шимано Нексус. Да, трехскоростное. А вот готовые лежат. На внутренний рынок делается двойной обод алюминиевый. Вот они, велосипеды ХВЗ. Рамы, сказали, делают здесь, и вилки тоже. Но в эти части уже все покупное. Ручки там всякое такое. Самый крутой. Динамкой. Рама железная, сделана здесь, говорят. Тут у нас 7 скоростей и турне стоит, переключатель тоже турне. Ну, вообще двойной обод, хороший щиток стоит, рама металлическая, ободные тормоза, 7 скоростей, алюминиевая втулка, похоже, что на промподшипниках.
Ну, динамо-втулка есть. Название непонятное. Вот это самый крутой, сказали. Самый крутой. Здесь есть и сварочный цех. Вон вилки висят, делают. Кстати, куски рамы лежат. Запчасти. Пойди на сборку, посмотри. На Германию? На Германию, конечно. Вот это на Германию. Маленькие, там большие. Вот это все на Германию в основном. Тут сюда мало что идет. Все в основном на Германию. Это гну тут багаж. Все детали для багажа. Производство похоже, что на Безлюдовку переедет. Там цех. Да, да, да. Распродали. Распродали все. А что, хозяева пришли. Это же Сьюси. Сьюси. Сьюси выпили. Это мы, а теперь все распродали всех на Безлюдовку. И мы, у нас, а тут будут дома, квартиры. Хорошо, спасибо. 2 года назад все оборудование, что осталось на заводе, свезли в один цех. Здесь это оно все стоит. Штампы разные. Сверлилки. Здесь гнут пиперамы. На этих штампах. А потом варят. Интересно, что Германия заказывает. На Германии это все делается. Железные велосипеды ХВЗ. Но через месяц, через два это все переедет в Безлюдовку. Там цех арендует какой-то. Главное, что здесь работают почти все пенсионеры. Они вряд ли будут ездить туда. Там надо будет других людей искать. На входе написано, посторонним запрещено входить, только по спецпропускам. Ну, все рабочие, такие добрые, разрешили мне посмотреть, даже поснимать их. Некоторые не хотели, чтобы лицо снимал, только руки. Но, тем не менее, вот оно, все, что осталось от производства. Жалко, конечно, такой огромный завод. Так что продали этот и последний уже цех. И переедут через пару месяцев отсюда. Пригород. Вот тут уже разбирают. А я на выезд иду. Этот мост в простонародье называли велозаводским, потому что вот это все был велозавод. Теперь здесь строительные магазины, Гранд Фурнитура, Гранд Текстиль.